В апреле в Оренбургской медицинской академии на стоматологическом факультете в рамках Дней молодежной медицинской науки состоялась студенческая конференция. В ней приняли участие представители всех курсов факультета. На итоговом заседании были представлены лучшие работы. В докладах будущие медики в интересной форме рассказали об истории обезболивания в стоматологии, о профилактической работе в детской поликлинике, о роли питания в развитии кариеса, о редких стоматологических заболеваниях. Они не только изучают и делают сообщения по данным литературы, но и проводят собственные экспериментальные исследования. А вот уже последние 3 года студенты нашей академии стали принимать активное участие и в межвузовских, и республиканских олимпиадах и конференциях. На одной из последних олимпиад в Москве по стоматологии детского возраста оренбургские студенты заняли 3-е место. Кстати, на факультете уже 10 лет существует традиция поощрять лучших учащихся именными стипендиями. В этом деле вузу помогают бессменные спонсоры и друзья. Они отмечают премиями тех студентов, кто проявил себя в учебе, науке и общественной жизни академии. Это, безусловно, памятная дата для наших студентов. Это, безусловно, большой успех наших студентов. И я рад, что так изменилась жизненная позиция студентов.